Буэнос диас, братва. Ядерно-разрывной заряд ваш экрана. Это значит, что мы начинаем обкатывать вот это вот ведрище. Незначай так выигранное в Need for Speed Most Wanted. Садитесь поудобнее. Берите ништяки и делайте громче. Поехали. Честно, мне не очень охота катать на Dodge Viper. Но с другой стороны... Почему бы, блядь, и нет? Да, секунду. Лобовое столкновение. Так-так, вроде ничего серьезного. Ну чё, поехали. Посмотрим, как это ведро себя ведет. Блин, тачка вроде как бодрая. Тридцать. Только этот пидор не отстает. Чё магия понятнее? Я постараюсь толкнуть его. Ага. Ладно, размечтался. А хуй тебе не отсосать? Касание. Опа. Ушел. 4. Сообщите последние данные. Шатура. Этот объект сил нет. Попробуйте предупредить другие машины. Может, его перехватят. Так, 8 минут. Он только что проехал. Так, первый ход. 8 минут, 800 тонн рельта и 32 меча. Блять, зачем я это сделал? Эй, он ушел, надо его найти. Нарушитель скрылся, начинайте оцепление. Внимание, прикрытие. По последним данным, объект ехал на север по 99-му шоссе. Принято решение оцепить район. Уточните координаты точки. Так. И еще заход. Да, конечно, менты мои не самая любимая часть в этом плане, но... Куда деваться? Сюда иди. Зеленый вайпер. Идет с превышением. Так, было касание. Поехали. Один я с ним не справлюсь. Так, статус 2. Можно сжечь. Внимание, ну, относительно. Всем. Статус погони 2. Честно, это ведро еще как-то едет. Ты чё, блядь, творишь, дебил? Год 6 потерян в этом квадрате. Когда объект видели в последний раз, он следовал назад через развязку Кемден. Выставляем оцепление в радиусе 10 кварталов от точки. На самом деле, ведро еще вполне себе упаковано. Единственное, что на финал я бы его не взял. Для финального батла нам все-таки потребуется что-то более резвое, с более резким стартом. В идеале. В идеале. Это Carrera GT. Мурчелага будет тяжеловато. Ford GT, ну, тем более, он, конечно, хорош в битвах с ментами. Равно как и Viper. Поэтому Viper я пока приберегу, а вот синий DB9, который у нас есть, я, наверное, предпочту продать, чтобы уже качественно упаковать Carrera. Ну, еще посмотрим, удастся ли мне выбить Aston Martin с ирландца. И у нас будет хет-трик британский. Так, едем дальше. Ну, на первом круге мы X4 точно не выбьем. Вообще, нам надо продержаться хотя бы пару кругов. 3-3. Сообщите последние данные. Блин. Вайпер хорош с ментами чисто из-за того, что у него охренеть какая тяжелая морда.
В-10 как-никак. Но с другой стороны, есть одна маленькая проблемка. Он из-за этой самой тяжеленной морды охрененно неповоротлив и рулится, как сраная баржа. Вот просто поэтому. Хотя бы. Так, статус 3. Вот теперь можно зажигать по полной. Главное сейчас не потерять контакт, чтобы не проебать подкреп. И тук. Да ты чё, охуев? Так. Иди сюда. Вот. Именно из-за этого я вайпера не люблю. Он не в рот ебаться, как долго трогается. Ну, иди сюда, заебал. Обнимать буду. Пизжу. Но с другой стороны, 4 минуты на кок, это уже много. Если не учитывать разворот, то 3 минуты. Поэтому надо, наверное, будет провисеть круга так 3. А учитывая рейд, и того больше. Ну, пока как-то набирается вот не ахти. Угу, а вот и бомберы. Так, пока есть момент, надо понаставить меток и заодно пофармить рейд. Что там говоришь, мигалки еще горят? Блять, не в ту сторону. Так, чуть не врюхался. И еще один. Вот он. Объект обнаружен, код 3. Внимание всем постам. Все свободные машины в мой квадрат. Так, еще одного отправили в полет. Вижу нарушителя, продолжаю попытку. Есть касание. Статус 4. Вот теперь можно пилить как следует. Потому что сейчас начнется мясо. Причем клиническое. Прием. Начнется полный трэш, гар и адово-садомия. Так, этих мы объедем. Так, за мной вертоль. И раз. Разгоняемся, не даем прижать. Так, ходу. Касание. Зря на встречу выскочил. Касание. Блин, за вертолета ни хрена не видно. Куча мала, просто куча мала. Так. О, шипцы. Так, спать. Диспетчер, нужно подкрепление. Все свободные машины, срочно. Так, 15. 16. 17. 18. Хорошо. Так, 95. Блин, мне еще надо где-то высрать полляма рейка. Получается, надо будет зависать с мёрками целых полчаса. Ну, это как минимум. Так, 20 касаний. Буквально чуть-чуть не туда пробил. Ну да ладно, кое-как выкрутился. Усыпил. Там сейчас опять будет мясо. Ну и кто бы сомневался, что по центру будут стоять шипчики. Ага. Может, еще и писюн отсосать. Блин, ни хрена не видно. Что за погодные условия? Диспетчер, мы
становится жарковато. Лучше объедем, потому что скорости нет никакой. 23. И сейчас по любасу за перегибом дороги могут оказаться шипы. Есть полет. Сейчас он у меня вылетит с дороги. Ой, мать твою, в капот. Вот так тебе. Жми его. Вот 6 перевернулся. Так, нет, поехал дальше. Продолжаем погоню. Я улыбаюсь их комментов. Ёлкин сок, а. Перевернулся. А, нет, дальше ездит. Остался без прикрытия. Прошу помощи. Они уже едут. Должны быть у вас через 2 минуты или раньше. Теперь готовьтесь задержать его. Угу, сейчас. Так. 30 из 32. Сейчас выбьем и то, и это. Сейчас вот по-хорошему заграждение без шипов. Но на 5 уровень я точно вылезу. Чувствую. Не въебаться бы. Вот морду задирает. А-а-а, боль. Так, последний страйк остался. Так, последняя метка. И так, продолжительность есть. В принципе, хороший момент, чтобы съебаться. Исключая некоторые моменты. Дай-ка приторможу. То пацаны совсем уже потеряли. А, это тоже нечем. Значит, мимо. Полминуты. Так, 15, 14, 13. Так, и теперь просто выкатываем рейд. Теперь надо просто пилить. Просто пилить как сумасшедшему. Грязную работу, я надеюсь, они сделают за меня. А нет. Блять. Сука. Такой заход красивый. Ах ты ж, мы мать поняли, твою. Код 4. Нарушение задержан. Блять, ну это было красиво, с другой стороны. Ладно, заплатим на чеканной монетой. Может, все-таки попробуем гоночки попроходить. Тем более у нас пройдена всего одна. Ну, давайте попробуем. Так, Audi, еще Audi, Supra или Dodge Viper. На что они надеются? Серьезно? Обожаю, когда датчики стоят на перегибах трассы. Розлук, внимание! Поступили жалобы на неосторожное вождение. Подробности на экранах. Один из нарушителей... Гандикап у меня серьезный. Тут по итогам первых двух датчиков. Дополнительная информация есть? Тейник. Объект зеленый вайпер. Вызов принял, следуй на место.
Ну, блин, 40 мч. Учитывая, что этот пидор оторвался, как-то маловато. Сейчас опасно. Так, объехали. Это еще 45%? Ни хрена себе. Ну, с чем тебя поздравляю, дядька. Где он? Я его не вижу. Он что, ушел? Отбой тревоги, я его вижу. Только что проскочил. Мы пристраиваемся за ним. Угу, вот это че. Перчим дальше. Вроде как идем относительно нормально. Надеюсь, мне сейчас дадут втопить по-царски. И мне дали втопить по-царски. Ну, не совсем. Так, чё там? Ну, у меня отрыв нечеловеческий. Красота. Теперь надо как-то пидорасов с класса стряхнуть, а может случайно, ну их нахрен. Покатаемся. Чё, повторим заход? 73, один я не справлюсь. Кстати говоря, пота на последних боссах стало сильным, больше не находится. Никого сзади. Потраливаем. Ну, иди сюда. От пидора мимо. Ладно, закуриваем. В ожидании, так сказать, чуда. 10-73. Они на месте? X2.
Вот скажите мне, что это сейчас было? Возвращается на автостанцию, смотрите. Только что проскочил, преследуем объект. Слишком плотный трафик, вынужден остановиться. И... раз. Два. Ходу. Ходу. Готовченко. Не, не даст мне так просто оторваться. Оба. Ну, ты чё там приуныл? Пассином нарили. В момент потери контакта код 6 следовал назад, мимо автовокзала. Меня карают! Меня карают! Ну, ёптать. Миленько. 10-33, высылайте все резервы. Код 3. Так, успел точно пометить. Вот наш код 6. Теперь можно поиграть в перевертыши. Опа! Объект прорвал заграждение. Надо притормозить, надеюсь, он перестанет стиховать. Опа! Вот, а, блядь, некого уже переворачивался. Опа. Он прорвался, повторяю. Он прорвался. Я позади него. Тук. Он развернулся, прием. Освободите место. Иду на таран. Только что видел объект. Иду за ним. Не могу выполнить. Он слишком крут. Тук. Вижу объект, идет на большой скорости. Нет, до четверки я не успею. Тук. Ну хотя бы уменьшить все это говно. Я вполне себе в состоянии. Поэтому со спокойной, сука, душой пилим. Я так думаю, не буду выкатывать рейд. Это будет сильно уж долго. Тук. Объект прорвал заграждение. Ой, блядь. Он и не думает останавливаться. Придется ему помочь. Тук. Не могу его обойти. Что делать, прием? Вот теперь можно устраивать зажигание. Орков как-никак. Четверка. Может даже и до пятерки не успею. Хотя надо было постараться уложиться. Еще 15 машин надо тюкнуть. Не было касания. С внедорожником не было. Тук. Тук. Ах ты ж падла. Кто-нибудь, толкните его. Так, было касание. Даже с обоими. Ходу нахуй. Видно чуть более, чем совсем ни хрена. Так, носорожи мимо. Так, 21 машина, еще 11.
Блять. Что ж он так не везет-то с мусорами? Придется применить 1039. Ой, блядь, ой, блядь. 10-4, нарушитель задержан. Код 4. Прикрытие снизить скорость. Ждите новых вызовов. Ой, блядь. Уже два креста, ну как так? Ну как, сука, так? Долго я буду мучиться, я чувствую. Так, ладно, 285, говоришь? Так, запомнили значение 255. Контакт. Так, а вот теперь можно и попробовать. Так, блин, я проглядел, сколько там. 255 тоже. Блять, мусорка. Ну, теперь можно попробовать вдарить. Нет, не можно. И контакт. Так, еще одно пари. Сука, все равно с ментами придется потаскаться. Хотя... Какого лешего? Я же только что эту камеру проехал.
Да ладно. Сука, горит. Так, а сколько у меня выигранных пари? 4 или 5? 3. Миленько. Ну, еще рейта поднял. А чё по рейту? 5550, у меня 5250. Так, и сколько дают за камеру? 95. Короче, потом потребуется чутка покатать все-таки с мусорками. Ну да ладно, это все лирика. Блять, не успел оттормозиться. Нарушитель скрылся. Отцепляйте район. Когда объект видели в последний раз, он следовал на север по набережной. Разрешаю выставить оцепление. Высылаю дополнительные экипажи. Вроде уполз. Диспетчер, это 2-4. Высылайте 10-8-5. Я один в районе. Так, опять разворачиваемся. Разрешаю прекратить погоню. Нарушитель скрылся. Всем перейти на канал 3. Так, пробуем еще заход. И есть контакт. Наконец-таки. Так, теперь пробуем выбить еще одно пари. Все-таки дадим. Чисто так, чтобы лишний рейтинг выкатать. А потом. Да, потом надо будет давать жару. Сказал разрушитель. Блять, мне это льстит. Однако. Где он? Я его не вижу. Он что, ушел? Вот он. Объект обнаружен. Вы потеряли его. Он не мог далеко уйти. Ищите. Внимание. Прежде чем то? Скрыться, нарушитель ехал на север по 99-му. Перекрыты.
76 тонн, говорится. 245 км. Диспетчер, это Чарли 3. Высылайте 1085, я один в районе. Давайте попробуем. Внимание, в вагоне отбой. Продолжайте патрулирование. Двести двадцать, зря я спид использовал. Так, нет, не то. Сколько, 76 тонн? Мимо. Так, что у этого говнюка по камерам? 60 тонн. Так. 300. Поехали. Есть контакт. Пять четыреста. Сейчас просто надо потралить копов 8 минут, и можно, в принципе, съябывать. Надо просто их 8 минут патрулить всего лишь. Но мне даже походу этого сделать не дадут. Ушел. Давайте разыщем его. Так ты сам развернулся, дебилушка. Внимание! Поступила информация, что код Шей ехал назад по Ленокс Роуд. Начинаем отцепление района. Передаю вызов на пост 2. Он хорошо спрятался, если вообще здесь. Блять, это называется не ты гоняешься за мен... Не ты... Блин, наговорился. Не менты гоняются за тобой, а ты за ними. Вот как так? Вот как, сука. Эхо-14. Внимание, центр. Вижу объект. Кажется, это подозреваемый. Преследуй его. Кажется, это надолго. Ну, посмотрим на вашу тупость, ребятки. Объект в розыске. Нелегальные гонки. Будьте внимательны при задержании. Он решил срезать через парк. О, выехал куда хотел. ДТП, тут ДТП. Объект въехал в автобусную остановку. Закуриваем. Теперь можно просто выжидать время.
достать они меня все равно не достанут. Ну, есть некоторая доля вероятности, поэтому иногда стоит палить. Ну, как-то так. Ладно, мы просто контролим всю эту херню. Что летит, куда едет и так далее. Так, минута 45, мы уже на троечке. Честно, я уже засыпаю. Может быть, даже еще. Я продолжаю преследование. Прием. Так, весь в ожидании. Да не продолжаю я кружить, это вы там что-то возитесь. Как мыши под холодильником. Браво, 2-1. Ничего для этого не делал, но минус 2. Так а кто вас просил так водить по ебанутому, а? Три минуты. Так, 3.30. Что-то я уже откровенно заскучал, но ввязываться в войнушку тупо не хочу. Интересно. Догадается ли хоть кто-нибудь из них въехать на эту ебучую рампу? Отлично, мы засекли его. Доброе утро, Вьетнам. Так, 4 минуты. Ждем, надеемся, продолжаем. Так, 4 минуты, говорите, ага. О! Здорово! А, не, снова пока. Все-таки один додумался. Долго же они рожали. С другой стороны, уничтожить ментажопа — это искусство. Ну а кто ж вас просил сюда лезть? Хотя я же сам просил о чем-то. Еще минус 2. Все, пацаны, стою, в чем проблема? Приготовились, сейчас его стукну. Ага, хуе. Подождать осталось на самом деле немного. Ну, блин, на это время надо выжидать. А поскольку вертолет улетел, мы, может быть, даже успеем съебать. И учитывайте, что у нас всего 3 орка на хвосте. Поэтому скользнуть куда-нибудь в какое-нибудь очко дьявола — это запросто. Ну, хотя, учитывая неповоротливость вайпера, не так уж и запросто, я бы сказал. Вот не так уж и запросто. Ну, кстати, не вышло. Так вот. Уже 6 минут. Так, осталось меньше 2 минут. Сейчас все будет, ребятки. Объект скрылся. Ищу его. А, нет, снова вижу. Я его вижу.
Медленно, так неспешно натекает пятый левел. Полторы минуты. Я уже натурально начинаю зевать. Полторы. Так, минута 15. 2 дельта 14. Сообщите последние данные. Он не думает останавливаться. Оповестите старшего по округу. Я уже сколько стою. Психи, блять. Так, меньше минуты. Опа, еще один труп. 45. 40. 35. 30. 25. 20. 15. 10. 5. Вокруг слишком много машин. Снижайте скорость. Чё? Это по приоритете. Главное не въебаться в заправку. Мы помним, к чему это приводит. Да, к его величеству вылету. О! И вертунок тут как тут. Там он не остановится, надо ему помочь. Применяю 10.59. Когда успели? Пять секунд. Давай, 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 давай. Код 6 потерпел аварию. Начинаю сдержание. Готов. Так, теперь главное отсюда не вылазить. Фух. Внимание, прикрытие. Успел. По последним данным, код 6 ехал на восток, по Стейт-стрит. Отцепление в радиусе 10 кварталов от точки. Главное, чтобы сейчас сюда никто свое жало не сунул и вертолет не выскочил. Так, теперь надо как-то безопасно добраться до гаража. Блять. А. Ну, блядь, давай. Вижу машину нарушителя. О, черт. Внимание. Поступило сообщение, что объект двигался на восток по Стейт-стрит. Отцепляйте указанный район. Передаю вызов на пост 3. Фу, вроде отпустило. Да, было потно. Так, и заветные галочки есть. Все, теперь можно выкатывать гоночки и идти драть ирландскую задницу. Ну, это мы увидим в следующей серии, поэтому всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. До скорого.